Всех приветствую, запись турнирного боя. Карта Пустынный Крест. Игрок Зимогор 25 ранга. Турнир как за каменной стеной. Так, начинаем бой, собираем ящики. В целом все ящики урваны. Благодаря этому мы сейчас можем поставить 8 центров снабжения и играть уже от хорошей экономики. Так, достраиваем. Так, нет, здесь же я сыграл 9 центров снабжения. Да, 9 штук. И буду здесь пробовать играть альбатросами. Через 2 завода, кажись, это было. Также и ГХам подстраиваю, чтобы нападать с двух сторон, отвлекать. Сейчас первый кречет для разведки базы. Будем смотреть, что за противник примерно, хотя бы предполагать. И тем самым апаемся до ЕГХам. Так, смотрим, 7 центров снабжения, 4 штаб, завод Торов, нет, еще 3, кажется, штаб. Пытаюсь ему здесь выбить авиазавод. Здание не очень крепкие, но здесь все производится, ложки. И все, чуть-чуть покусали, я отступаю. Топлива чуть не хватило, вернуться. Второй завод Ягуаров строю. Второй завод авиации. Потихонечку здесь. Перехватил его кречет, кажется, так вылетал. И долетел здесь. Так, запаздываю немножечко. Произвожу технику, сейчас буду выдвигаться в атаку. На самом деле из-за 9 центров снабжения довольно-таки поздний старт. Ягуар и ГХам обычно на 6 минуте, в данном же случае на 8. Еще одну разведку произвожу, чтобы посмотреть, что делает. Один тор, здесь со щит производится. Нет, здесь щита, по-моему, здесь еще нет, но здесь производится тайфун. Ну и 2 аэродрома. На самом деле здесь я очень расслабился уже. Решил вовсю сыграть альбатросами. Наземки толком нету. И чуть было не пожалел об этом на самом деле. Выдвигаюсь в атаку здесь. Начинаю чуть-чуть пробивать базу. И теряю хамелеон. Не отступил вовремя, на месте стоял, поэтому сразу же его и потерял. Но не спешу производить ягуаров, что-то на расслабоне так. Вылетаю альбатросами. Здесь защита у него здесь есть. Пытаюсь пробить его моторов. Два завода я ему сношу. Немало альбатросов потерял, конечно. И вот здесь он сейчас пролетит. Чем он пролетит, не помню, по-моему, тором. И увидит, что у меня здесь одни альбатросы на базе и ничего больше нет. Вот здесь сносит не один авиадром и видит, что у меня тут буквально пустая база. 3 танка и 1 хамелеон. Ну, естественно, он выезжает здесь со щитом уже.
я вам все произвожу технику. Так, снова получаю плюху по аэродрому. Газовый третьего уровня один, тремя альбатросами. Естественно, все альбатросы падают, даже эти не остается. Разменял завод на три альбатроса. Что ж, продолжаем. Подстроил ПВОшек чуть-чуть, чтобы ногой так не летал здесь. Нашел на второй завод. Альбатросы все падают, ПВОшек много. Сносит они, пытаются еще раз завод снести, аэродром точно. Подстраиваю еще. Ну, чисто альбатросами решил сыграть даже вот. Стоит Яго Хамби сделать, хотя должен был атаковать, в принципе. Три танка, отбивать вот это нечем. Отступаю назад. Получаю плюху торами, отличное попадание, танки все умерли, остались хамелеоны. Что мы тут видим? 10 зевсов, пробивает пустую базу, даже вопросов нет. Но производится его. Удивительно, конечно, почему он здесь пробиться не смог, но он пытался. Ему нужно было, скорее всего, заводы выбивать торами, а не танки. Поэтому... Вот так вот три танка выбивают все со щита. Три, уже пять, уже догоняют. Так, еще один тур упал. Ложки работают, танков все больше. Все, отогнали его. Вполне удачно, поэтому еще живем. Все нормально. Центр снабжения не пострадали, экономика продолжает. Ну, тут чуть-чуть уже напрягся, уже поактивнее играть начал. Ну, авиазаводы потеряны, уже довольно-таки плохо получилось. Все, сейчас буду снизу атаковать. Огромная армия собрана. Ну, маленький отрядик вперед выдвинул, чтобы сразу не все акторы не слились. Ну, он же пока стянул сюда весь свой зевсощит, а я поехал тем временем наверх. Но тут тор пролетел, поэтому он увидел это действие. Я уже кверху приехал, много зевсочета здесь. Хочется вот так кататься, чуть-чуть техники потерял за огромное количество торов. Снова раскладываешь его в фронт. И пытаюсь потихонечку пробиваться с двух сторон. Хорошее попадание, огромное количество техники я потерял. Здесь хамелеон сел, пришлось отступить. Еще заводов достраиваю. Один завод хамелеона он мне убил все-таки. Снова с двух сторон пытаюсь заехать. Здесь не получается. Вот, с девсами биться. Чуть-чуть отъезжаю, бомблю. Так, а здесь у нас пусто, поэтому сейчас заезжаем сюда к заводам прямо. Хорошо заехал так.
Здания у него не крепкие, слабо прокачаны, поэтому буквально парочка танков способна здесь навести неплохо так шуму. Здесь отряд почему-то стоял молча. А, я производил кречетов, был занят кречетами. Я же штукоров здесь много, поэтому кречетов уже сделал. Довольно-таки большое количество. Два звена кречетов есть, уже третье. Еще заводов. Так, нужно восстановить завод Хамелеона. Вот так, один хам катается и все. Пробуем кречетами выбивать ПВОшки сейчас пока буду, чтобы не мешали летать вообще. Так, одно звено возвращаю, один выбиваю. Ну, патрули летают, торов перехватывать. Так, вылетаем снова добивать нижние ПВОшки. Так, улетаем потихонечку. Сейчас вертексы могут налететь. Одно звено возвращаем. Вот два вертекса. Так, щит еще зацепить удалось. Стоял он здесь, курил в сторонке. Так, перехватил кречетов. Снова пытаюсь поделить на две части армию. ПВО уже заполнились потихонечку, вот такую. 12 кречетов есть, выдвигаемся. Пытаемся что-нибудь снести, вот ракетку, видим, что нижняя часть базы пустая здесь. Все сверху сконцентрировано. И вот такой неприятный момент, но Торов все-таки перехватил. Логичнее было бы, конечно, в верхнюю часть базы ехать, но так как там много вертексов, ехать я туда не стал. Вот так помогаюсь кречетами потихонечку. Так, отряд выжил на без хамелеонов, верхним заезжаю. Уже 30 минут игры. Не получилось пробиться. Сейчас на самом деле уже много кречетов было потеряно, так как на ПВОшками здесь летать, они просто плавятся. Приходится вот тогда заказывать постоянно. Так, пробую еще раз атаковать.
счастью, он зацепил, но при этом кречеты повыбивали торов некоторую часть. Ну и хамы поплавились. Поэтому атака обломилась, отступаем назад. Решил здесь здание добить. Сейчас вернуть этот отряд назад домой, потому что он стоит без дела, колышки не приседают. Восполняю кречетов потихонечку. Затянул с собой на самом деле. Пятый штаб. Очень много торов здесь уже. Я со щитом, поэтому решил. Что тут уже пробиваться бессмысленно. Будем выкуривать другим методом. Так, снес у меня один авиазавод, потерял авиации немножечко. Ну и пока у него торы сидят на базе незаправленные, ставим ядерную пушку здесь. Ну и начинаем отвлекать его потихонечку. Здесь я считаю, тут уже большое количество. Ракета заряжается, минута осталась. Так, прогоняем Зевса, проявляем активность. И вот здесь вот он торами пробомбил авиазавод и увидел ракету. Но сносить ему ее нечего. Выкидываю ракету. Решил он здесь атаковать, но я тут стянул. В бок всю армию и ждут отекания, пока ракета снесет всю базу. Ну все, осталось отбить этот Зевса щит и в принципе все. Бой на этом закончится. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. No,